В очередном этапе «Зорницы» физическая подготовка приняли участие 13 команд, а это 130 учеников из школ города. Ребята соревнуются в беге на 60 метров, метание гранаты, подтягивание мальчики, девочки отжимания и бег 1000 метров. Бег на 60 метров и метание гранаты были включены в программу военно-спортивной игры впервые. Сами участники «Зорницы» считают, что несмотря на сложные задания, они настроены только на победу. Подготовка у нас прошла хорошо, но вот мы настроены только на победу. Мы победили в полосе препятствий, бег с препятствиями, второе место у нас. И разборка и сборка автомата первая. Готовились очень серьезно и продолжительное время. Я думаю, я так считаю, что наша команда самая сильная, самая уверенная. Мы обязательно победим. И думаю, у соперников нет шансов. Команда-участники поочередно переходили с этапа на этап. Сначала бег на лучший результат, потом подтягивание у юношей и отжимания у девушек. В завершении метание гранаты на дальность. По итогам соревнований будет определен лучший спортсмен и лучшая спортсменка. Победители спортивных состязаний и всей игры объявят на финале «Зорницы», который состоится 5 мая на площади Советов. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. Наше время.